Вот такие полезные инструменты я подготовила для вас в этом видео. И в конце видео будет конкурс с денежным призом. Поехали! Всем привет, друзья! Нужны инструменты? А если по хорошим ценам? Завтра, 29 числа, начнут действовать хорошие скидки на AliExpress в честь их 9-го дня рождения и продлятся скидки до 1 апреля. В эти дни можно будет закупить инструмент и другие товары по хорошим ценам. На AliExpress и так приятные цены, а тут еще и скидки, вообще красота! Кладите товар в корзину сегодня, чтобы не потерять, и оплачивайте с 29 по 1 число. Я уже подобрал себе несколько нужных мне товаров, завтра буду оплачивать. Кстати, кто досмотрит этот ролик до конца, сможет принять участие в конкурсе на 500 рублей. Начинаем! Приятного просмотра! И начинаем мы с боковой трещотки с набором из 10 различных бит. Такой набор подойдет мастерам для починки электронной техники, как в сервисных центрах, так и в домашнем обиходе. Сама отвертка и биты сделаны из качественных материалов, прослужат много времени. Биты изготовлены из хорошей легированной стали. В комплекте 9 бит, шестиугольная 4,5 мм, шлицевая 4,5 мм, крестовая RH1, RH2. Трефы Т20, Т25 и U-образные 2 трети для ремонта двухполюсной розетки. Валик с подачей краски. Предназначен для осуществления покрасочных работ. Модель работает с любыми водоэмульсионными красками и валиками других производителей, что весьма удобно. База с насосом надежно крепится на любую емкость с краской. Легкая сборка и простота в использовании позволяют быстро и квалифицированно выполнять покрасочные работы. Краска набирается в специальную цилиндрическую емкость с помощью подвижного поршня и рукоятки через заборную трубку. Продуманная конструктивная особенность. Благодаря подвижной головке можно красить труднодоступные места с меньшими усилиями и затратами, чем обычно. Газовый паяльник. Максимальная температура в режиме горелки до 1300 градусов. Есть возможность регулировки мощности пламени. Заправляется газовыми баллонами для зажигалок. В комплекте идет три насадки – паяльник, горелка и фен. Характеристики. Емкость для газа 7 мл на 30 минут работы. Температура пламени газа 1300 градусов. Эквивалентная мощность паяльника 30-70 Вт, и она регулируется. Температура жала паяльника 210-450 градусов. Полноценный паяльник мощностью от 10 до 60 Вт. Снимаем жало и получаем полноценный миниатюрный фен. И снимаем решетку, полноценная газовая горелка. Заправляется обычным хорошим газом для зажигалок. Длина инструмента 19 см. Горелка полностью металлическая. При заявленной температуре пламени горелки в 1300 градусов Цельсия возможно плавление не только олова, но и таких металлов, как свинец, цинк, медь, серебро, алюминий и так далее, у которых температура плавления меньше. Электрический лобзик на 400 Вт с регулировкой скорости. Разработан для бытового применения. Выполнение разрезов и распилов дерева, металла, пластмассы, керамики, гипсокартона и прочего. Эта недорогая и компактная модель позволяет производить прямые и фигурные, грубые и точные резы. Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает скорость движения пилки до 300 тысяч ходов в минуту. Эту величину можно регулировать специальным колесиком. Благодаря фиксатору пусковой клавиши оператору не придется постоянно удерживать ее пальцем при проведении продолжительных непрерывных работ. Для регулирования наклона подошвы в комплект входит ключ. Угол пропила настраивается в диапазоне от 0 до 45 градусов. Фиксатор пыльных полотен также оснащен надежным ключевым зажимом. Магнитные держатели для инструмента. При проведении слесарных, сварочных и паяльных работ магнитный держатель для инструмента обеспечивает дополнительные удобства при хранении различных металлических инструментов. Он представляет собой длинную пластину длиной от 23 до 61 сантиметра. У продавца есть несколько вариантов. Пластина может выдержать за счет двух встроенных магнитов максимальный вес до 9 кг. Крепится магнитный держатель в удобном месте на стену с помощью двух пластин и предназначен для постоянного или временного размещения различного металлического рабочего инструмента возле или непосредственно на рабочем месте. Пневматический заклепочник. Это инструмент, который используется для надежного и качественного скрепления однородных листовых, а также разнородных материалов, в частности металла, кожи, пластика и так далее. Заклепочный пневматический пистолет более производителен, долговечен и надежен по сравнению с электрическими и механическими моделями. Пневмозаклепочники нашли широкое применение в профессиональных строительных работах, при ремонте электроники, бытовой техники, в авиационной и автомобильной промышленности. При работе с заклепочником используются заклепки от 2,4 до 4,8 мм из алюминия. Относительно легкий и надежный заклепочник рассчитан на работу в две смены.
Клеевые пистолеты. Это прежде всего мощность, надежность и производительность. Данный инструмент можно применять для отделочных работ по склеиванию материалов разного рода и назначения. В быту его можно применять для соединения изделий декорирования, для склеивания пластиковых изделий, кожаных, деревянных и многих других материалов. Основой склеивающего материала выступает клеевой стержень. Клеевой стержень изначально имеет твердую консистенцию. После разогрева стержня в клеевом пистолете при температуре 205 градусов клей переходит от твердого состояния к более жидкому и становится пригодным для склеивания поверхностей. Не стоит забывать и о безопасности инструмента. Никогда не дотрагивайтесь до сопла и клея, когда пистолет максимально разогрет. Ручной фрезер по дереву представляет собой многофункциональный электрический инструмент профессионального уровня. Инструмент может использоваться как вертикальный фрезер, так и сняв со станины в качестве прямой шлифовальной машины, либо фрезерного мотора. Данный фрезер очень прост в использовании. Длительность эксплуатации обеспечивает двигатель мощностью 500 Вт, который имеет инновационную защиту от пыли. Электронный угломер. Полезный, можно даже сказать, незаменимый аксессуар для людей, которые занимаются слесарными, столярными, строительными работами и тому подобное. С помощью данного инструмента можно измерять и переносить углы на различные детали. Это будет полезно при изготовлении, например, мебели. Электронный угломер представляет собой два плеча, соединенных между собой. На каждом плече имеются две шкалы, метрическая до 20 см и дюймы до 7 дюймов. Вместе соединения линейки установлен электронный модуль измерения угла с LCD-дисплеем диагональю 1,4. Бокорезы-плата. Эти бокорезы очень популярны и продаются тысячами с AliExpress. Ручки инструмента подпружинены, причем сила сопротивления пружины заметно меньше, чем у маникюрных щипчиков. Металл не пластилиновый, отсюда и популярность, и хорошие отзывы. С перекусом спички проволоки до 1 мм справляется отлично. Их тонкими острыми губками легко можно откусить кантал даже в самых труднодоступных местах. Особенно пригодятся такие кусачки любителям намоток из 4 и более спиралей. Кусачки предназначены только для тонкой работы. Не рекомендуется перекусывать одновременно несколько проволок или проволоку толщиной более 0,5 мм. Автоматический лазерный самонивелир. Это точный нивелир, предназначенный для работ внутри помещения и на улице. Он строит 4 вертикальные линии, одну горизонтальную и точки отвеса по всем 4 вертикалям, которые служат для определения нахождения вертикальной линии на более дальних расстояниях. На большом расстоянии, когда лазерные лучи плохо видно, точки помогают обнаружить их. Выравнивание поверхностей, прокладка электропроводки, установка дверей и окон, разметка гипсокартонных конструкций и подвесных потолков, строительство стен и перегородок, работы по внутренней отделке помещений вы сделаете быстро и качественно с этим лазерным уровнем. Диапазон автоматического выравнивания происходит в пределах плюс-минус 3 градусов. При большем отклонении корпуса прибор оповестит об ошибке звуковым сигналом и миганием линий. Поставляется в пластиковом кейсе вместе с лазерными очками, адаптером для работы от сети и батарейками. Двухсторонний самовосстанавливающийся коврик для точной резки. Рекомендуется к использованию при крое различных деталей раскроенным ножом. Удобен при изготовлении аппликаций. Прекрасно подходит для моделирования деталей на бумаге, в пэтчворке, квилтинге, скраббукинге и многих других техниках. Коврик отличается многослойной структурой и внешней шероховатостью, которая препятствует скольжению материала и позволяет ему оставаться в фиксированном состоянии. Отдельно следует отметить самовосстанавливающуюся структуру коврика, так что даже при интенсивном использовании он остается как новый. Изделие снабжено разметкой, а также фигурными изображениями, что позволяет с точностью резать материал и придавать ему необходимый вид. Лазерный уровень с рулеткой 5,5 метра. Удобный двухпузырьковый мини-уровень с двумя глазками для разных плоскостей. Встроенная рулетка 5,5 метра. Автостоп измерительной ленты. Линейка на металлическом основании. Подойдет для первичного замера и оценки. Станет незаменимым аксессуаром, как для профессионалов, так и для любителей. Прост в использовании. Варианты лазерной проекции, перекрестие и горизонтальная линия. А вот и конкурс, приз 500 рублей на счет мобильного телефона или на WebMoney. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться этим роликом в любую из своих соцсетей. И не забывайте оставлять ссылку на свой репост в комментариях, чтобы я смог проверить и отдать вам приз.
Понравились сегодняшние инструменты? Пишите, какой вам пригодится. Кстати, в описании я оставил ссылки на другие мои подборки с инструментами. Там есть очень полезные и годные. Сможете себе что-то подобрать и заказать за хорошую цену. Старался быть сегодня для вас полезным. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!